Мне так прямо интересно, вот он же писал об этом 40 лет. Я пока ограничен. На месте никто ли не стыл? Да, вот это сохранность, да. Сохранность вопрос. Человек всегда играет с собой. И это обязательная задача. Я считаю, что он развиваться может только в игре. Когда он идет трение с внешним миром и игра с собой. Без этого я не работаю. А, видите, дело в том, что для чего оно нужно? Я – это эго. Я. Нет, там я много разных. А что можно сказать? Это в алфавите стоит. Нет. Смотрите, а где-то азбуговеду, она стоит первая. Смотрите. Алфавитная ссылка не принимается. Не принимается, да. Смотрите, вот если я возьму одну конфету, да, она ничего не весит. А если я возьму, представьте, вот за целый день набралось, да, то есть вот в камешках, соответственно, что... А вы наступит такое время, вы, если будет это миллиард конфет, вы даже идти не сможете. Это количественное как бы, рассуждение, аргументация количественная не проходит. Как аргумент не работает. Я хочу вам сказать, что в данном случае любое количество событий, которые происходят у вас в течение дня, не имеет значения. Вы получаете ровно столько, сколько можете вынести. На мой взгляд, человеческая память обладает уникальной способностью. Она выкидывает то, что человеку неподъемно, неподсильно. Вот. Весь мозг человека... А кого спросила, оставь мне только память обо всем, я хочу иметь память. Стирают память и сюда закидывают. Я против. Я хочу прийти с памятью. Назовите хочу... виноватых. Кто это? Я скажу потом скоро. Скоро у меня война будет с этими. Так, мы находимся в интереснейшей ситуации. Валентин, вы спровоцировали Машеньку на то, что она уже готова к боевым действиям. Ничего не ищу. Никогда еще не ищу виноватых. Наверное, моя уникальность в том, что я никогда ни о ком не говорю плохо. Вообще никогда не говорю. Если я человека не понимаю, я могу сказать, вы знаете, я вот этого человека не понимаю. Почему? Потому что у меня есть вот это вот в памяти слова, что делай так, как, ну или поступай так, как ты хочешь, чтобы поступили по отношению к тебе. Поэтому у меня вот это свое, никогда не говорю ни о ком ничего плохого. Хорошо, вопрос. Появляется тарелка, вот эта вот. С нее сходит некто. Ну, просто я рассказываю из своего опыта. И говорит, Валентин, садись в нашу тарелку, полетим там куда-то. Сядете? Да. Сразу, даже с доверием. Даже. А если вас на органы так там порежут? Да, ну и что? Я объясню вам проще. Нет, это позиция. Это позиция. Нет, она достаточно упрощенная, но она есть. Обалдеть. Она такая, просто я же очень долго жил в городе Варанаси. Варанаси это индийский город, куда приезжают индусы умирать со всего мира. И, соответственно, я жил очень долго, и я видел, как вылетает душа через это время у тех, которых, у людей, которые уходят и которые сжигают. А для вас это было физиологически интересно? Ментально? В Ганге. Представляете, когда это можно вынырнуть, из Ганга можно, как говорится, вынырнуть, и будет мимо проплывать труп. То есть это очень, как бы... Это низ. А я наверху была, Харидвар. Ну, понятно. То есть, и поэтому вот это вот состояние, когда ты очень легко относишься ко всему, принимаешь. Но если исходить из индийской философии, которую я очень хорошо знаю, там есть боги, полубоги, люди, демоны и ракшасы, вампиры, то бишь. И часто еще есть такие, как же они, господи, забыла, пишачие, да, вы знаете, привидения. Это наказанные, да, которые могут являться человеку по любым видам. Под любым, под образом Шивы, и заманивать куда-нибудь. Если человек не будет внимателен и не сработает его чувство, он может попасть в очень дурную ситуацию. У шаманов называется шептуны. Шептуны, да. Вот, нормально все. Как шо? Мы сейчас немножечко продвигаемся дальше, постепенно, когда снимаем... Ой, я еще, подождите, вот это вот. Значит, получается так. Если под видом инопланетянина с острова там какого-то явится вам... Пешачий, ну, привидение вот это нехорошее, потому что у меня является. В Индии вообще мне чего только не было. И боги являлись. Или там еще кто-то очень нехороший. Вы как-то поймете, что это так? Или доверитесь ему, демону? Ой, вы знаете, я всегда исхожу из того, что все-таки Всевышний, он руководит всем. Он просто может до меня не дойти. Я сейчас опять из Шива Пуран. В зависимости от того, на каком уровне находится мудрец, который верит Шиве, ему посылают различные испытания. Там есть были мудрецы, которым вообще просто посылали таких ужасов. Бог сам посылал этих демонов.
И он там проходил вот это через веру, да, и попадал в сложные ситуации, очень сложные. Там ее гибли вокруг него. То есть вы идете именно таким путем, что вне зависимости от того, кто к вам придет, вы доверитесь любому. Неважно, демон, пишачий там, или этот ракшас, любому. Мы с вами встретились вчера. Ну, это со мной, да. А сегодня уже здесь? Ну. И у меня также происходит, люди у меня дома открыты, все время ходили днем и ночью, это понятно. А время не имеет значения абсолютно. Вы могли бы встретиться через 1000 лет, через 1 000 000. Не в этом дело. Я просто пытаюсь ответить на вопрос. Вот так, да? То есть события развиваются так, как они должны развиваться. Хорошо. Далай-лама говорит замечательно, так сказать, афористично и, как всегда, глубокомысленно. 2 дня в нашей жизни являются самыми важными. День, когда ты родился, и день, когда ты понял, зачем. Вот в этом смысле ответ на второй вопрос. Второй день у вас был уже? Рождение было. Нет, рождение было, а вот понимание миссии, как бы, вот я хотел подойти к этому. Конечно. Она связана именно вот с этой частью, да? Это только с лечением. Ну, это такая вот узкая дорожка, тропа. Я просто для себя выбрал, то есть тут единственное, кто-то там, ну, представляете, она же может быть узкая, но параллельная. Кто-то идет целителем, кто-то там вдохновителем, кто-то психологом. Вот я говорю, я психолог, человек, который помогает. Вот. То есть, потому что она комфортная для нашего социума. Потому что если мы сейчас, кто-то идет шаманизмом, кто-то, ну, понимаете, да, то есть вот... Ну, выбор. Каждый выбирает. Я психолог, я иду прямо и вот помогаю. Ну, цивилизация, мы можем спокойно сегодня это и уверенно между собой говорить, находится в довольно сложной ситуации. Мне кажется, что она в тупике. Я боюсь, что она находится накануне каких-то очень серьезных катастрофических вещей, но туда уходить не хочу, поэтому многие люди сегодня испытывают все, что угодно. Страхи, ужасы, болезни, болячки там и так далее. Слушайте, меня это не касается, реально существует. Нет, уже это не касается. Вы пока проблема, смотрите, вы понимаете это. Вы это понимаете? Я понимаю это все, но у меня есть очень колоссальное основное преимущество. Далай-ламы, пока проблема принадлежит другому человеку, это проблема другого человека. Понимаете, да? Почему? Потому что мы же ее сами можем натягивать на себя. А зачем? Многие люди не в состоянии справиться со своим «я». Тогда можно я включусь? Вот здесь вот у меня тоже. Понятно, что с человеками, но сегодня проблему большую испытывает Мать-Земля. И вам наплевать на ее проблемы, на проблемы Матери-Земли. Я уже все показал. Нет, ну это понятно. Все. Мы этот момент обязательно потом отдельно снимем, да, с комментариями, таким крупным планом, ладно? Вот эти вот замечательные награды. Вы не чувствуете ее мучений? Смотрите, я по мере возможности, что я делаю, да? Я общаюсь с теми людьми, которые занимаются экологией, которые занимаются еще какими-то чем, и что? Вдохновляю их на правильные какие-то... Вдохновляйте. А можно тогда я врублюсь? Я же психолог. Да, как бы со своим последним проектом, 103-м. Домашний проект называется «Страна дельфиния». То есть какие конкретно вот действия я делаю для спасения Земли. То есть я понимаю, что дельфинов, я знаю, это крупный бизнес. Дельфины стоят 100 тысяч, 200 тысяч. И как их вылавливают, в каком ужасе, какие стрессы. А у них интеллект выше, чем у нас. И мы можем с ними общаться. Их завозят в дельфинарии. В России больше всего этим бизнесом, это самый коррупционный бизнес, дельфинов вылавливают, продают в Америку, в Китай, в разные страны. Я бросила клич. Просто бросила клич, и вот даже хорошо, если он будет, о том, чтобы каждый, как вот ядерная реакция, да, как вот ЛММ, каждый передал другому, вот и вам передаю, чтобы всех, кого вы знаете, знакомым, тоже передать им, чтобы люди вместе с семьями и с детьми не ходили больше в дельфинарии. Никто, чтобы не ходил. Тогда, когда не будут ходить в дельфинарии, дельфинов выпустят, и этот процесс прекратится. Это только одна малая доля того, что я делала. Но дельфины будут крайне благодарны, и тогда они нам помогут. Потому что они владеют морской гладью, морем, океанами. И они обладают мощным интеллектом, у них коллективное сознание более развитое, чем у людей. Поэтому вот это мой конкретный проект, еще не озвученный, ну как озвученный, но еще не вставленный в интернет. Но в мои проекты. Нет, почему сегодня это прозвучало замечательно? «Страна дельфиния» называется. Да. Каждый ребенок. Нужно объяснить, что нельзя. Но у меня был один случай, когда мальчик Данила, 5 лет,
со всеми кувыркался, как животное. Я его взяла, одного, значит, отвела в комнату, села с ним и говорю: ты вообще, вот море, знаешь, что такое море? Да. Ты видел картинки, фильмы? Да. А дельфинов? Да. Ты можешь сейчас мысленно представить, что мы в море и катаемся, ну, в море, в воображении с дельфинами. Покатавшись так, ребенок выходит и отцу своему говорит: папа, я помню, как сотворял землю. Было внесено зло. Папа на меня: ты что сказала ему? Я говорю: я ничего не говорила, я только на дельфинах покаталась. Понимаете, что такое информация, да? То есть получается, вот эта реальность, которую мы должны, обязаны сейчас, каждый человек думать о спасении нашей матери Земли. Это несомненно. Если мы будем спасать ее, вот перестанут ходить дельфинарии в зоопарке, это все распустится. Это какая польза будет огромная. Есть следующие шаги, но это я вот у меня размечу. Только что вы почувствовали, что такое быть публичной фигурой. Пользуясь вашим присутствием, Машенька сделала совершенно великолепное. Правильно, это очень хорошо. Да. Потому что я действительно за то, что если мы не будем пользоваться теми благами, которые нам навязывают, и, как сказать, это как искушение. Понимаете? Да, закрывать, да, двери, закрывать, есть, закрывать. Изменится очень много, что в этом мире. Понимаете? Поэтому вот вы тоже теперь знаете, никогда не пойдете к дельфинарии, своим знакомым тоже это скажете. Обещаю, что в течение ближайших 100 лет не пойду. В Крыму был этот целый научно-исследовательский институт. Это были боевые дельфины. В том числе для военных, как бы, применения. Это немыслимо. Может быть, такой более любопытный другой теме. Значит, мы сегодня сталкиваемся с очень интересной вещью. Идет, с одной стороны, патология, и чрезвычайно стремительно сокращается, как бы, человеческий век. Очень многие умирают быстро, молодыми, и Валентин, ваш пример, это как раз вот подтверждение вот этого. 30 лет, иногда это происходит гораздо раньше. Но не в этом дело. И есть альтернатива тому, это вот движение к многолетию, к бессмертию, к поискам бессмертия. И вот здесь эта тема, которая меня занимает чрезвычайно, я написал много разных книг на этот счет, было бы очень интересно узнать, как вы это видите. Вы считаете возможным на Земле достижение, как бы, ну, скажем, такого возраста, как 200, 300 и более лет? И сразу скажите, а сколько вы хотели бы жить? Ну, я думаю, что я проживу 400 лет. 400 лет. Позвольте пожать руку. Через 400 лет мы встретимся и продолжим эту тему. Машенька, вы с нами согласны? Да. Конечно, я считаю, что... долголетие. Я сейчас скажу. Дело в том, что самое главное, что должно быть дано людям осознанным, это решать самим, когда уходить. Я сама должна решать. Вот у меня это я сама, но... Вот это замечательно. Не то, что там 400. Почему 400? Потому что я 1000 захочу. Но я должна именно... сама решать. Да. Сама, сама. И параллельно с этим ты должен сам самостоятельно искать инструменты. И отвечать и за все. И как можно было бы жить дольше. Тогда нести ответственность за все. За свою судьбу, за судьбу планеты, за все сразу. И тогда ты уже Бог. А вот вы говорите, что это такое? Смотрите, а это уже ближе к Богу. Я почему в начале нашего диалога сказал, что надо учиться избавляться от прошлого. Смотрите, вот давайте все так. У любого, у любой этот есть что-то, да, вот если мы, к примеру, история. Крошку, да, то есть вот мы можем налить только определенное количество, да? И человек, мы говорим, человек может прожить только определенное количество, да? А если мы где-то что-то сделаем, мы будем избавляться от чего-то прошлого, да, понемножку, то у нас чашка будет всегда наполовину. Ну, это программа, ее стереть надо, эту программу. А, просто поэтому, в компьютере, что, да, в том. Да, в том компьютере надо стереть, понимаете, да? То есть вот, как хакер проникнуть и стереть. Об этом никто не знает, поэтому я вот пытаюсь чуть-чуть людям это рассказать. А вот чуть-чуть мало. Давайте немножечко больше об этом, Валентин. Понимаете, тут можно о чем угодно разговаривать часами, годами или еще что-нибудь. Если человеку суждено сгореть, он не утонет. Понимаете? Вот смотрите, у вас тут фатальность присутствует, и одновременно вот это 400 лет. Это как возможно, вот эта фатальность и тоже разрешение себя... А фатальность это для всех. А, почему для а 400 всех? Для меня. Ну, потому что люди не хотят об этом думать. Они хотят приходить... Подождите, я должна понять, где фатальность, у вас или там? Нет, там.
Там, а, тогда другой дело. Понятно, да? Потому что люди ко мне приходят и говорят, сколько стоит так, чтобы я был весь здоров. Я говорю, вы знаете, это не определяется стоимостью. Понимаете, да? То есть вот люди меряют, как правило, все материальным миром. Да? Бумажкой, какой-то бумажкой, которая непонятна. Я понимаю, ладно бы, если бы тебе пришел с куском золота и сказал, вот тебе кусок золота, и ты это, потому что это природный, ну, продукт. Но то же самое сделали вы, когда пришли в больницу к врачу и сказали, вот ключи от мужчины. Да. Это практически была попытка материально купить себе жизнь. Это шутка, но хорошая. Просто меня же сдели, и получается, что мне все равно куда-то это надо было деть. А там был момент, когда вы сами себя раздевали. Но это произошло одномоментно, одно до другое. Понимаете? Здесь так много тонкостей, полутона. Они все играют, они присутствуют. Да, русский язык. Нет, но мы должны жить не только на тонах, но и на полутонах. Тогда музыка будет более интересная. И все-таки для того, чтобы достичь вот такой замечательной задачи, например, я когда проводил некоторые интервью, и для меня это всегда любопытно, вот это вот индивидуальное восприятие себя, времени, вот будущего, это чрезвычайно любопытно. Когда я упоминал слово «бессмертие», два или три человека упали. Бессознательное состояние. Упали сразу. То есть слово... А почему слово «бессмертие»? Почему «бессмертие»? Потому что это как раз одна из тех любопытных ключевых тем. Слово, как вы назвали? «Бес». Бессмертие. Вот это да? «Бес»? Это ладно, вам кажется, не ловите на «бес». Не ловите. Не ловите. Это точно так же это идет. Почему? Потому что если мы... почему я говорю, что... Мы должны использовать две половины, и темную, и светлую. Если человек все время говорит, что я иду только по светлой полосе, не верьте. Понимаете, да? Если человек говорит, я только иду по темной, нет, должен быть баланс. И поэтому нет, вы прицепились к слову «бессмертие». Да. Мы можем написать «без», можем «без». Это все как угодно. Но, к сожалению, «з» – переходная буква. Да, просто чтобы у нас появился новый диалог. Он взял этот порожечек и на нем начал танцевать. Совершенно замечательный танец. Вот вы так, а я вот так. Да, нормально, это нормально, ничего это. Потому что должно быть целостность, понимаете, да? Белое и черное. Ну как, правая и левая рука. Ее никто не девал. Вот тут я Кали, а вот тут я Парвати. Хорошо, я тогда сделаю больше. Вы меня спровоцировали. И я позволю себе аргументировать несколько вещей. Посмотрите, почему бессмертие? Потому что возникает коллапс сразу у человека. Он мысленно не может преодолеть его. Он бьется в стену и падает в некое бессознательное состояние. Стену, которой нет. Которой нет, да, практически. Я, например, могу вам сказать, что 5 лет назад было получено послание с предложением Земле присоединиться к кольцу галактических цивилизаций, разумных, сверхразумных цивилизаций. Было сказано, что условие игры такое, что на Земле нет единого управления, она хаотична, и у нее поэтому нет будущего. Если появится, и мы вам предлагаем использовать ЮНЕСКО, я так очень условно говорю, я не ухожу в большие детали, в этом нет никакой необходимости. Значит, начали искать какие-то любопытные аналитические варианты. А как это можно было бы сделать? И пришли к одному любопытному вопросу, а как земляне отнесутся к тому, что существует сверхразум, более высокий разум, чем до сих пор они предполагали в космосе? Как это будет воспринято человеческим сознанием? Значит, 4 эксперта анонимно занимались этим вопросом в течение года. И они пришли к колоссальному, сногсшибательному выводу. Я его сейчас озвучу. Они сказали, что 6 миллиардов землян умрут мгновенно, узнав, что есть высший разум. 1 миллиард останется. Ну, меньше, да. Значит, что любопытно, практически все, что они делали до сих пор, бессмысленно. Все их предки, которые жили до сих пор и были в тупике, и в незнании, и в неведении. Бессмысленно. Вот это и стереть прошлое. Да, вот это... попробуйте стереть это прошлое, потому что оно за вами волочится, как старая корга. Это любопытно. Я просто говорю, что оно же не где-то, оно в вашем сознании, оно у вас. Из себя вытащить что-то очень трудно, но мы сейчас не об этом. Бессмертие – это практически то же самое, как существование в человеке другого «я», более высокого «я». Он не может, переключение. Переключение. Он не может так легко переключать, как вот эту кнопку, например, когда горит вся люстра или только одна лампочка. Поэтому мы с вами чем-то отличаемся от всего остального.
Естественно. И слава Богу, и наш разговор так, как раз об этом, вот, поэтому он и состоялся. Валерий, у меня такой вопрос. Раз вы знаете про это галактическое предложение, вы там участвовали? Только честно. Молчание, no comments, so far. Значит, да. Он, это нет, нет, мы сейчас это не будем, это никуда не пойдет. Нет, но я Валерий, я хочу спросить, я на тарелку мы сейчас летала. Возвращаемся к этой теме бессмертия. Угу. Значит, вы для себя его приемлете легко? Очень. Спокойно? Очень. И вы думаете, что оно на вас обрушится, как такой летний дождик? Почему нет? А как вы собираетесь это сделать? Его надо организовывать. Его в себя надо каким-то образом завести. Нет. Нет. А как тогда? Валентин, приоткрывайте свою кухню, нам это интересно. Понимаете, как бы сказать, вот, ну, мне 52 года, да, но это самое, мне не скажут, что мне 52 года, да, потому что я занимаюсь... Ну, своими... есть люди без возраста. Да, без возраста. Я бы сказал, что у вас 51 точно. Хорошо. То есть, видите, уже моложе. То есть, смотрите, то есть, главное, не притягивать ничего лишнего. То есть, вот... А что значит лишнее? Вы никогда не знаете, что лишнее. Ну, как бы сказать, что лишнее. Понимаете, вот это вот убрать эго, зависть, еще какие-нибудь, то есть то, что нас разрушает. Вот прямо у меня сидит и разрывает, ведь я все про бессмертие знаю, но молчу. Нет, пока молчите, Машенька, у нас будет отдельный разговор на этот счет. Так. Мы это все потихоньку убираем, и все, и мы идем дальше. Потихоньку убираем, это все как в сказке. Это не дается бессмертие при этом, к сожалению. Смотрите, но мы же сейчас говорим для всех. Те, кто не только о нас, мы же говорим о том, что как людям попытаться что-то сделать. То есть мы же пытаемся людям хотя бы открыть соседнюю дверь, хотя бы открыть дверь, за которой уже хотя бы не бессмертие, но продолжение некой жизни. Да, да. А уж желание сказать им, жить, что... не уходить, а желание жить. Потому что сейчас, если посмотреть, у меня очень много приходит, начинает молодежи, они не хотят жить. Почему? Потому что они не видят целесообразность. Валерий, они не хотят бессмертия, они не хотят долгой жизни, их вполне устраивают маленькие маленькие. Да, они хотят, да. Поэтому да, это богатые, маленькие. Это. Но они, у них это другое, это идет инстинктивно от понимания другого. Да. Они понимают, что у них нет будущего, потому что цивилизация в тупике, да. Поэтому они живут вот этим. Не потому, что они не хотят жить, они рефлексируют совершенно в другой плоскости. Система их координат ментальных другая совершенно, но не в этом дело. Я хочу спросить. Вы допускаете, что никто больше не будет участвовать, только вы в своем месте? Почему? Да нет, конечно. А кто еще? Кто угодно. Да вы, это самое, Маша, все. Маша, готова. Маша, да. Я рад за вас. Нет, вы уже включили в команду. Почему? Потому что, смотрите, даже на юг эти не летят, ну, журавли, они летят клином, толпой, понимаете? То есть вот... То есть он один не летит, они собираются, то есть и здесь точно так же собирается некая форма. Момент, а вот это величайшее заблуждение. Сейчас, да. Машенька, я сейчас скажу. Насчет клина и журавлей. Да, может, да, если из клина и журавлей убрать только одного первого журавлика, клин рассеется. Рассеется, вот. Совершенно верно. Значит, получается, кто-то должен быть... Один. Вот, это правильно, то есть мы начинаем, что-то другое. Даже из нас троих кто-то должен быть... Ну, один, лидер. Да. Каждый шаг должен быть очень аккуратно. Каждое слово аккуратно. Сейчас я вас немножко горчу. Ну, я вообще стараюсь быть аккуратной, хотя веселенькой. Да, да. Я сейчас вас начну немного огорчать. Ладно? Ну, так постепенно. Так. Очень медленно. Во-первых, я абсолютно убежден, что будущее толпой, взявшись за руки, не войдешь. Будущее не такое. Во-вторых, в течение многих десятилетий, по крайней мере, 4, это точно, я искал и находил случаи, когда люди обретали долгую жизнь. Причем я нашел разные как бы, пути, но я могу сказать однозначно совершенно, что это был или случай, который потом результировался, или очень тонкая игра со стороны более высоких сил. И в этой связи я как раз хотел спросить, вот этот вот жрец, монах, который был в Кайлосе, да, и который перевел эту страницу, да, он еще как-то возникал во снах? Ну, я его иногда вижу, но не разговариваю. Он, какие, вижу, он просто посматривает, да? Да, я просто вижу, как образ. Как образ? Ага. То есть это здесь, вот, пожалуйста, вот вам пример. Прошлое попробуйте выбросить. Не выбросите, а он – это уже прошлое. Но мне не мешает. Я понимаю. Я не цепляюсь. Я за другие вещи вы тоже не можете.
сплетаться. Свое рождение вы помните? Нет, конечно. Вы выбросили его? Вам так кажется? Не знаю. Оно у вас. Есть. Оно у вас, оно есть. Вы его несете в себе. Здесь есть очень много вопросов, но я не хотел бы брать на себя всю тяжесть этого разговора. Да. Я могу его так интересно выдержать. Хорошо, смотрите. Сегодня мы собрались для того, чтобы что-то обсудить. Чтобы начать обсуждать. Да. Видите, а может быть что-то другое? Может быть цепь создать определенную? Нет, нет. То есть мы снова создали некий клин, да? Где у нас клин самый есть. Клином летим. Маша клином. Я прошу показать, как мы летим. Да. Где-то мы чуть-чуть поддержим, да, ее, но мы говорим о том, что мы приступаем к мудрости, к дальнейшему, да, что в любом случае, как бы мы ни собирались с клином, на озере мы все сидим отдельно, долетев. Понимаете, да, то есть получается, что сейчас, избрав некую форму движения вперед, да, то есть раскрытие неких внутренних тайн и способностей, которые есть в каждом из нас, собираясь, мы создаем некую силу, видите, да, то есть которой можем действительно пробить что-то, а потом мы снова разсоединяемся и снова делимся на что-то свое. Ну, да. Один астрономец сказал, трудно жить в болоте и не быть лягушкой. Да, это замечательно. А все-таки... Ну, царевной. Ну, по крайней мере, некоторые, да. Но не все же. Ну, здесь, да, в общем, он правильно говорит, что мы, если рассматривать во времени, а если взять и сжать в одной точке прошлое, будущее и настоящее. Вот давайте попробуем так посидеть. Мы сидим, и сейчас все здесь, все наше прошлое всей Вселенной. Я люблю по большому, да, масштабу. На меньше мы не согласимся, пожалуйста. Не согласимся. Но мы же говорим о бессмертии. Конечно, да. Тогда значит, как это сказать, если я бессмертна, то я везде. И там в центре галактики, и здесь. Хотите, я вообще везде. Скажу сразу свое ощущение, которое пошло только вот на вот это, на форму сжатия здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас. Знаете, что я увидел? Вулкан долбанул такой, что это сам. Понимаете? То есть мы о чем говорим, что как бы мы это ни сжимали, где-то это сам, то есть оно где-то все равно это выстрелит. Понимаете, да? Так. Вот пошел, это не Лоустон, извините. Сказать. Мне кажется, что он говорит именно о нем. Когда это произойдет? У нас есть датировочка? Не надо. Отменяю. Но все зависит от того, что насколько мы. То есть мы же можем. Мы очень осведомленные люди, мы многое что знаем. Отменяем. Стерли. Это не то, что не просто, это вообще не существует. Не, ну на самом деле, почему один человек может, условно говоря, распластавшись как-то вот так, да, вместить в себе. Я ведь ходила по линии прошлого до самых, еще до прошлое, настоящее и будущее. То есть это точка такая, да. Вот от этой точки, только от этой точки мы можем говорить о бессмертии. Потому что если мы это не имеем в себе, то какое бессмертие? Мы тогда конечны. А из точки начинается бесконечность. Ты говоришь, вулкан. Почему вулкан? А может это расширение, медленное, красивое? Я его просто увидел, так что... А может цветок, хорокотов? А я другое вижу. Бутон, цветок. Три лепестка. И они это законченное пространство. Вулкан начинают... бессознательное. Смотрите, вот а я хочу сознательное. Нет, у любой кинестетической энергии, к примеру, вот мы кидаем мяч, к примеру, да, и он достигает определенного места, где он начинает превращаться в хаос. Видите, да? То есть он начинает падать, летать, отскакивать, еще что-нибудь. Понимаете, да? Это всего так. Даже у любой, у кометы, та же самая система, рано или поздно она превращается в хаос. То есть у любого движения будет конечный итог хаос. Я хочу сказать другое. Вот если взять, мы сейчас огненный цветок берем, да, цветок во Вселенной, неважно. В цветке, как таковом, ствол, этот, корни и уже вот бутон еще, заложена вся уже программа его прошлого, будущего и настоящего. Я условно так, да? Мы и вот, не хотим этого. А я сейчас говорю, что в одной точке мы как бы собрались. И вот момент раскрытия цветка, что это? Никто же не задумывался. Что такое момент раскрытия? Мы раскрываемся. Во что, если вот это все раскрывается, из него начинает идти излучение. Я сейчас говорю о неком космическом цветке, даже не знаю о каком, вижу просто. Начинает идти некое излучение, и мы становимся и цветком, и излучением, и тем, что нет излучения, и всем вообще. То есть это вот это есть момент какого-то рождения в бессмертии. Вот про чего это. Смотрите, вот это в принципе-то тот же самый. Помните, я показал, да? Мы собрались,
да? Да. И разделились. Лепестки, вот, но они все привязаны к этому. Не вот. В этом дело. Ну просто я так ее показал, да, и вот он свет пошел. Да? Если а смысл в чем? Помните, да, вот это вот свечение. То есть... Подождите. Смысл в том, что три лепестка или десять, неважно, соединились к этому стволу. Они соединились, как вы говорите. А когда эти лепестки начали раскрываться, самое главное, это от них возникло излучение, которое есть мы, бессмертные. Вот. Лети лепесток, то на запад, то на восток, помните, да, это вот красиво, да? Лишь коснешься ты земли, будь по-моему вели. Вели, да, смотрите, у меня цветок, у него вулкан, какие разные образы, да? Я же мальчик, а вы девочка. Видите, то есть у вас более утонченная. Ну да, более утонченная. Итак, мы бессмертные. Вам не удалось напугать маленькую слишком серьезно. Значит, итак, все-таки, а сейчас раз и приведу вообще к страшной вещи, а может прекрасной. Для того, чтобы стать бессмертным, Иисусу надо было излучиться. Для этого его распяли, убили, и он излучился, и отдал это излучение, и дальше стал жить. Понимаете, в чем вообще фишка? И уже стал бессмертным. И он может там, не смейте плакать на моих могилах, их много. Вот. Так вот, получается так, что все-таки по одному или в куче небольшой, кучке могучей, все-таки надо выбить из себя, ой, сейчас такие важные вещи говорю, некое излучение. Без этого излучения, выбитого из себя, а не откуда-нибудь, которое концентрирует себя, это знаете как? Свет. Да, прошлое, будущее и настоящее, концентрированное в себе, сжатое, выдает энергию. Эта энергия тебя же преображает на плащанице. Тьфу! Лик отпечатался, извиняюсь. А он стал снова живой. Из мертвого восстал. Вот. Так вот, если говорить о бессмертии, мы же как-то должны к этому излучению прийти. То есть какие-то люди должны собраться вместе. Клином ли, косяком ли? С косяком. Или с косяком, или без косяков. Без косяков. Нет, ну иногда помогает и косяк. Покурили и все, и улетели. Да, они все с косяками. Кстати, йоги все с косяками. Да. Ну все, смотрите, эти айваску пьют, да, то есть это шаманы. Наши грибочки шаманы, едят. Грибочки едят, и алкоголь пьют, понимаете, то есть, чтобы нирвану достичь. Не, ну дело в том, что дальше планета Земля, они, по-моему, никуда не улетают. Вот сколько грибочков там, если и чего такое. Я просто понемножку все как бы пробовала. И самое большое, конечно, все-таки заключено в нашем каком-то невидимом, в нашем с чем-то. Ну, блин, атом расшибают, и там ядерная энергия. А мы чем хуже? У нас вообще все это есть. У нас же есть внутри это все. Это скрытые резервы какие-то фантастические. Значит, что такое энергия? Мы должны получить. Жизнь дается, пока есть энергия, нет жизни. Доступ к собственной энергии. Она где-то же есть в нас, да? Ну, да. Видите, свечка. Ну, свечка это... Нет. Это же, смотрите, то есть, о чем говорю, что любое свечение, то есть, вот, в человеке же есть разные формы. Есть форма светящаяся, и к нему все притягиваются, да? Как мы говорим, как мухи на котлеты. Вот вы вчера пришли, как свет, да? И, соответственно, что? Все приходили вас потрогать, спросить. Уже потрогали все, да? Я пришла домой, да, вся троганная. Да, понимаете, то есть... Или раз троганная. Да, а если бы были бы потушены свечи, там очень много были. Какие-то, а вы знаете, что произошло со мной после этого трогания? Я пришла домой, села, а у меня все тело вот так вот как-то, как будто я на атомы распадаюсь. Я думаю, мамочка родная, что делать? Срочно собираться. Я в ванну и воду, холодная, горячая, и себя собрала, уплотнила. Начинается разуплотнение, страшное дело. А ты бы попал поэкспериментировать, что с этим будет? А что бы я попробовала? А тогда получился бы воздух, вот видите, да? Вот, она и вот я здесь, бы рада исчезла. А ее нет, вот видите, да? Да. А потом как бы мне собраться назад? Смотрите, видите, тоже вас сдержал. А страх сдерживает. Да. А как же, а если я назад не соберусь? Ну что? А у меня дела еще есть. Я не собираюсь это место покидать. Мы продолжим. Но теперь уже вы будете спокойнее, Машенька. Да. После этих слов, да, Валентин сказал вовремя. Некая гарантия возникла. Нет, я сейчас скажу. Дело в том, что без моего контроля ничего не будет. Вот именно. Я контролирую. Вот поэтому вас вчера собрали, чтобы дали нам возможность. А, извини.
так прямо интересно, вот он же писал об этом 40 лет. Я пока ограничен.